Добро пожаловать в космос, друзья мои. Космос, космос ждет. Давай, 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 вперед, вперед, полетел. Итак, снова всем привет. Мы играем в Эмбирион Галактик Сурвайвал. Я уже не помню, на чем там закончилась серия. Короче говоря, мы должны, по идее, все построить. Все построить, наш корабль. Сейчас посмотрим, сколько у нас там не хватает. Не хватает, не хватает. Фабрику мне покажи. Вот, нам не хватает два ресурса. Чего? А, это я просто душ принял. Я уже думал, кто-то к нам летит. Не один, прям совсем чуток. И Садий. Прям, точнее, Садий чуток. Все это дело где-то там добывается, поэтому... Что делать? Что делать? Спасибо, ребят, за комментарии, которые вы пишете. Я все читаю, по возможности на все отвечаю, но у меня тут был на ютубе какой-то глюк, я не знаю, с чем это связано. Я не видел комментарии, ребят. Я захожу, серию добавил, смотрю, 8 комментариев, а прочитать ни один не могу, просто тупо не показывает. Ютуб обновился, дебильный просто дизайн, и я не могу его вернуть на старый дизайн, потому что у меня раньше стояла кнопка на старом дизайне. Все было очень клево, удобно, там кнопочки. Ну, по крайней мере, для того, кто выкладывает видео, это гораздо было удобнее, потому что все нужные кнопочки по каналу были под рукой. Сейчас просто... Ну, не знаю, может, надо просто привыкнуть к этому, к вот этому Windows 10, вот этому все большие кнопки и так далее. Но, короче говоря, мне пока не нравится. И я не видел комментарии, ребят. Поэтому, если я что-то где-то не отвечу, извините, отвечу не сразу. Вот, спасибо, что советуете там всякие штуки-дрюки. И с пластиковым сырьем мы разобрались. Теперь наша задача... Так, давай вот эти штуки сделаем, наверное. Вот эти я наделал, потому что с пластиковым сырьем, пока, повторяюсь, мы разобрались. И теперь вот еще всякие винтовки можно делать. Но все равно у нас нет ни хрена самонаводяшек. Это печаль. Это печаль-беда. И вы мне сказали также, не ломай ядро на летучей базе, иначе она упадет. Не буду ломать. Мы были на Луне, распилили две базы. Если кто не смотрел предыдущие ролики, я надеюсь, они выйдут все-таки. Я вот пока по памяти помню, рассказываю, что было вообще. Что было в прошлой серии. Как в сериалах, да, делают такое. Вот я тоже сам. В прошлой серии было, были базы на Луне. У нас, по-моему, большой уже этот самый, да, хэви. Тяжелая броня, да, все вроде как четко. Еви скафандр можно пилить. Ага, я понял, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас полетим обратно на... ту летучую корабль и попытаемся все-таки найти ядро того летучего корабля, потому что оно нужно, и патроны есть. Так, я не помню, я сделал патроны для нашего этого кораблика, вроде как я его чинил. Он постоянно ломается. Так, 400. Ну, 1440 вроде норм. Ракетницы только нужны. Хотя бы немножко. Ракетницы давай сделаем. Вдруг там что попадется новое. 130 миллиметров, если память не ошибла. 130 миллиметров. Вроде. Вот эти. Потому что вот эти самонаведения, да, вот эти вот давай. Все, кислорода мы набрали. Вот эти кислородные есть. Сейчас мы сделаем себе чутка патронов. И будем ломать ту базу. Теперь я уже не мерзну, просто когда я последний раз был на, на том корабле, из-за того, что я делал дырки, там прострелы, у нас разгерметизировался корабль, и я начал там мерзнуть, потому что ЕВА-скафандра у нас не было, и я совсем-совсем затупил, что у нас я мог сделать вот этот бустер на Еву, а я не сделал. Вы, может, мне писали там в начальных комментариях, но я вот как-то лоханулся. Так, 42, ну нормально, так 60 будет. Как раз ровно. Десятка делает 60, вообще отлично. Все, нам наша... Что так темно? Алло, игра, не пугай меня. Как тут по... Как тут? Все нормально. Все нормально.
Здесь все норм. Все хорошо. Так, еду мы с собой какую-то возьмем, наверное. Если что-то вдруг где-то там пригодится. Так, наверное, возьмем вот эти штуки. И мясо есть, мяса нет. Возьмем вот это. Ну, не все, конечно. Вот так вот. Погнали. Может быть, у нас там что-то, конечно, осталось. Я не смотрел. Кораблик опять нам ломают потихонечку. Нет, я ничего не брал. Я ничего не брал. Так, нет, это сюда, это сюда. Запас. И я думаю, что даже вот так сейчас сделаем. Энергию. Заряжаемся, кислородик. А, кислород я весь туда. Полностью чек-лист, все, короче, все как надо, все, что было, подзарядились по полной, мы готовы, все, я готов полностью лететь, и, так, зарядка была, все было, сохраняемся. И полетели вверх. Полетели вверх. Наша задача. Ну, без рельсотрона, ну и ладно. Полетели вверх и посмотрим наш тот корабль. Кто не видел, вдруг есть такие. И теперь я уже не буду мерзнуть. Я смогу спокойно его медленно изучить. Там какая-то дверь не открывалась. Эти бомбы есть. Сможем вскрыть. Там есть еще один остался ангар, который мы не посетили. Остальные я все уже вроде как всех поубивал. И пройдемся медленно по всем палубам, посмотрим, где, возможно, есть ядро. Потому что если мы сломаем тот корабль, я думаю, что нам хватит. Здесь я астероиды попилил. Если что, конечно, у нас есть бур, мы можем что-то там пилить. На Луну я уже летал. Железо нам не актуально пока в таком большом количестве. Так, что-то я как-то... Где ближе? Ага, вон шип, 11 километров. Летим. Конечно, возможно, здесь есть и еще какой-то. Нашел я титан, ребят, на Луне. Ну, она была серия. Если это вошло в серию, скорее всего, вошло. То... Титан есть. Титан немножко изменился. Не такой, как был раньше. Он цельный. Не на три части распиленный, а целиком. Валяется целиком под землей. Там туда часть вошла. Возможно, там, конечно, тоже тростера есть. Вот. Но бура у нас тогда не было, и я его не стал пилить. Ну, у нас там была одна ячейка. Я не стал, просто сэкономил. Вот. Нам нужен сати, и нам нужен не один. И поэтому мы летим на корабль с надеждой что-то разобрать. Вот, так как здесь трансформаторные дроны не летают, и больше никаких вражеских баз почему-то я не встретил. Может, они выпилили? И на других звездных системах какие-то там есть базы, корабли. Здесь ни одного вражеского корабля я не видел. Ну, хотя я, правда, несколько раз всего летал по астероидам, но не попадался. И дронов, к сожалению, вот той халявы, как было раньше, нет. Раньше была халява. Трансформаторные дроны, это вот эти импульсные дроны, там с ракетницами дроны. Что я вам рассказываю, все знаете. Вот, парочку позбивал, их, по-моему, 5 было, как минимум. Парочку позбивал, вот тебе и все эти нужные компоненты. Так. Шип. Сейчас мы еще разок сохранимся. Так как я прилетел все-таки. Большой корабль, здесь очень много всего. Можно было бы, конечно, его себе забрать. Приземлить его на землю. Но я думаю, вот эту турельку спилим, уже нам хватит там всего-всего. Так, ну что, сохраняемся и погнали. Я, правда, вниз головой, конечно же, как обычно. Страйкс он такой. Вниз головой. И где-то тут я кого-то не добомбил. Сейчас мы спустимся и проверим. Теперь я мерзнуть не должен.
сейчас напишите Strikes, но опять эта база, как нам уже тошнит от нее. Ой, Strikes. Короче, день нормально удался, потому что я начал косячить. Иначе, если я не накосячу сейчас со шлемом. Смотрите, здесь сколько пищевые блоки, здесь много всего. По идее, здесь корабль норм. Только найти базу. Ой, это ядро найти. Пойдем наверх сгоняем, что там, может, там есть что. Так, слышу врагов. Не, здесь я все залутал. Все залутал. Погнали вниз. Внизу была не открыта одна дверь. Я ее вскрывал потом опять. Ага, и вот смотрите, вот это... Слушайте, а может тут здесь ядро? Вот под этой штукой? Что-то как-то оно так отмечено. Здесь ничего не написано. Так, шип что-то, майн элеватор. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Давай на всякий случай бомбочку влепим. Вдруг будет джетпок. Джетпок — это вообще такая клевая тема. Тихо, не дыши. Вдруг у нас тут страйкс угадывающий. Хрен там, страйкс не угадывающий. Ну почти. Может, она, конечно, под блоком. Так, это у нас кольцо. Здесь было несколько вражин. Так, на всякий случай, джетпак. Вражина у нас наверху. Тихо. А чё... Через стенку? Алло. Кожный паразит. Меня вселился червяк. Нет, только не червяк. Как она стрельнула через стенку? Давай, не надо играть. Давай нормально будем. Давай по чесноку играть. Я с тобой по чесноку, ты со мной тоже. Так, вот здесь какая-то лазейка. Ага, здесь может... Может, у них там спаун был? Нормально так они. Через стенку плюнуло мне паразиты какие-то. Не надо мне паразитить. Я сам как паразит. Въелся в корабль и не отпускаю. Так, что тут мне блочит? О! Читер ящик. Ты видел? Я такой не видел. Читер ящик. Читерный ящик. Спрятать хотели от меня. Хорошо. А что я нашел-то? Радиация. Неинтересно. Вот здесь был спаун их, не? Я их убил. Они пахнут. Ага, вот тетенька, которая плюется. Тетенька, которая плюется грязью. Бэу. Ну погнали. Никого не появилось. Никаких новых врагов. Так, подожди, а кожа... Соседние блоки. Я подумал, что она дышит. Соседние блоки. Сейчас надо все облететь, все посмотреть. Тут я все уже прошарил. Страйкс прошарил. Тут я уже везде влетал. Получается, здесь уже никого. В
где ядро, тоже непонятно. Так, ну они где-то за стеной прям. То ли над потолком, то ли над этим. Так, ну погнали, посмотрим сейчас через кораблик. Это... Вот здесь, по-моему, я не был, да? Где-то в какой-то одной я не был. Я еще тогда говорил, когда последний раз тут был и мерз. Я сказал, что можно будет сюда вернуться. И потом открыть дверь. Потому что у меня не было боеприпасов на кораблике, и я не мог открыть. Так, ну полетели. Так, а могу что-то убрать кожное вот это заболевание себе? Нормально, они меня через стенку плюнули. Нифига она не убирает. Ядовитый укус. Может, конечно, сожрать. Но я все равно запаразитился. Я не знаю, к чему вот это сейчас кожный паразит приведет. Может, он там начнет размножаться и сожрет меня потом. Я умру. Прям в космосе. Ну, короче говоря, пока что у нас какой-то вирусняк. Так, где эта тетя орет-то? Не засасывай меня. Я еще не зашел, а они сразу целоваться. Так, а где еще кто-то орет? Может, еще здесь? А, вот в этом, скорее всего. Погоди, а сейчас облетим, посмотрим. А, нет, здесь я был. Вот дырка. Дырка, значит, был. Давай здесь посмотрим. Страйкс в логово входящий. Провалилась или умерла? Ой, ты там еще разговариваешь? Ха, я нашел ядро. Ха-ха, я нашел ядро. Ура! Ура, ребята, джетпок, как обычно. Джетпок, теперь все наше. Все, теперь я думаю, что мы точно построим большой жирный корабль. Так, там кто-то орет, значит, еще не умер. Но я сохраняюсь. Я нашел, ребята. Вот оно, где было ядро, ребят. Оказывается, в одной из этих... Я бы ни за что бы не догадался, потому что, ну, на эту штуку не похоже. Чего вы орете-то так, а? Как потерпевшие. Так, а я вот эти блоки там... Могу разбирать-то? Орала женщина. Вот они, орут женщины. Женщины голодные орут. Кто-то еще кряхтит. Кто-то еще живой. Кто-то еще живой. Кто-то еще живой. Но мне на все насрать. Я буду пилить корабль свой.
Так, кто-то еще живой. А я пилю корабль. Ой, так, ну конечно же у меня закончилось. Опа, сколько всякой штуки. Что, сколько всякой дрюки. Так, ну мне надо здесь пароход побольше. Иначе Страйкс, он толстый, он должен проходить много. Ой. Это все мое. Ой, иди сюда. Сейчас заберем двери. И это заберем. Ну что тут еще кто есть? Так, а вот это инопланетное что? Это какой-то куст сена. Ну, короче. Забираем все вот эти нужные штуки. Ну, железо нам особо не нужно, но приятно пилить, да? Согласитесь, я думаю, что вы все рады, потому что я очень рад, ребят. Я очень рад, потому что нам, по идее, пихать некуда. Потому что... Ну, я думаю, что нам хватит. Ну-ка, давай что-нибудь... А, знаете, что есть тут интересное, массовое, современное? Это, как его? Естественно, мы забираем вот это. Все ящики. И из интересного здесь где-то этот гравитационный бол. Гравитация, гравитация. Может, еще какую лазейку найдем? Так, забираем вот эту вот турельку. Добывающую. Полностью, наверное, заберу. Нет, не полностью. Стекла. Вот стекла, по-моему, часть сати давала, поэтому мы сейчас, по идее, должны компенсировать себе. И вращаюсь. Вращающаяся штука. Где она? Гравитация это. Сейчас вот стеклышки позабираем. Шкафы. Где-то тут был такой кубик интересный. Я на него долго пялился. Так, вот эту штуку заберем. Все вот эти радары, датчики и так далее. Все забираю. Все мое, вся электроника. О, много стекол. Здесь в космосе ничего не разваливается, поэтому можно смело пилить вообще как душе угодно, криво, в кось. Прям как вот Страйкс. Делай как Страйкс. Все. Так, ну чё, где эта штука-то? Самая полезная мне. Я ее находил. Алло. Где она? Где эта штучка? Я еще смотрю на нее, долго пялился. Думаю, блин, надо ее сломать. Где-то тут. И где-то тут. Нет, это не тут. Ее надо сразу запихнуть в этот, в блюпринтик. Слушайте, не тут. Корабль такой огромный, пока облетишь. А, вот здесь где-то было. Где-то тут, по-моему, вот в этих частях. Нет. Что за коридор? Ну-ка дай пролезть. Не тут. Сейчас полностью пролетим, посмотрим. Гравитация вот эта сама. Где она? Хотел ее спилить как модуль.
Она бы нам очень пригодилась. Взлетная полоса, но это неинтересно. Тут один металл. А, во, погоди, я тут был? Не был. Слушайте, а как я пропустил такое? Вот и эти самые для бура всякие штуки. Слушайте, смотрите, сколько я пропустил. Вот это да. А я вот такой не лутал. Нафиг. Так, ну давай попробуем сейчас еще закинуться. Может, что добавится? Ну, боюсь, что мы по не одину, конечно, просаживаемся пока что. У нас, кстати, это нормально как раз. Здесь где-то оно было. Еще смотрел на него, смотрел, думаю, сейчас запилю тебя. Что у нас тут? О, вода. Вода и кислород. Все мое. А здесь отравленное все. Они все отравили. Все засрали просто весь баллон. Смотри, там еще дышит. Кто-то еще дышит. Надо всю эту заразу вылечить отсюда. А, вон они ходят. Черти. Черти полосатые. Он в космос улетел. Ой, у него же нет джетпок. Добро пожаловать в космос, друзья мои. Космос, космос ждет. Давай, 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 вперед, вперед, полетел. 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 Не знаю, куда они летят. Ну, короче, друзья улетели. Все. Избавились мы от всех. Теперь все наше. Теперь, по идее, никто не шуршит. Если я от паразитов не помру, то будет все клево. Ну, короче, пока я не найду эту самую гравитацию, все пилим. Сейчас просто будем скидывать все в этот самый. Отдельно себе в кораблик. Так, а что тут из полезного-то такое осталось? Железо просто нам тупо не интересно. Нам какие-нибудь двери, шлюзы, вот такое что-нибудь. Что-нибудь более полезное. Шкафы всякие. То, что можно добавить. Ой, что-то там куда-то ушло. Усиленный дробовик. Вот это клевая тема. Слушайте, а давайте добавим себе. У нас какой дробовик обычный? Давай усиленный. Он же лучше, по идее. А, может посмотреть. Урон 100. Здесь сколько? Урон 100. Крит в голову 2. Дальность 60. Максимально... Там-пам-пам. То же самое все, что ли? А, ну он только попро... Хотя нет, прочность такая же. Ну, короче, непонятно, в чем там разница особо. Ну, такой... О, я есть хочу! Есть хочу! А вы молчите! Не сказали даже, что Страйкс тут с голоду помирает. Ну-ка, быстро, быстро, быстро. Или это паразиты так действуют? Смотрите, ну... По-моему, кожный паразит начал активироваться. Я что-то прям вообще сейчас помру. Быстрее, быстрее лечись. Так, вот эту штуку я не зря взял. Хорошо восстанавливается. Давай, кушай, кушай, кушай. Так, ну то, что нам не дает Сати ни один, мы все выкидываем. Зато сейчас наберем вот эта вот полезная штука. Сейчас наберем много чего. Много чего наберем.
Клево, клево. Очень меня порадовало, что мы распилили базу. Начали пилить. Начали тут все это дело делать. Ой! Чё-то меня там... Чё-то... Инфекционная рана, это как? Короче, мне надо срочно к врачу, ребят. Ребят, извините, да, надо к врачу. Чё, есть что-нибудь? Помогите. Помогите, спасите. Ой, я что-то помираю. От этой инфекционной раны. 386, срочно к врачу. Срочно. Ну, улетаем отсюда нахрен. Ребята, Страйкс, спасайся. Страйкс, ты не помирай. Ты смотри, какой хп пошло уменьшаться. Быстрее домой, быстрее лечись. Так, срочно, срочно пешечку, срочно пешечку, срочно в холодильник, срочно вот эту сожрать. Вот это набрать. Летели. То есть паразиты засрались и это начали активировать. Жрать меня, видите, инфекционная рана на руке или где-то там еще. Сейчас еще что-нибудь может быть вскрыться. Короче говоря, любую вот эту вот инфекцию, любую рану надо лечить сразу, иначе... То есть от холода там обморожение там и все такое. А тут вот видите, паразит. А, эндопаразит. То есть какой-то более крутой паразит. Слушайте, мне кажется, это... Меня сейчас кирдыкнут. Фишка в том, что надо срочно какую-нибудь таблеточку сожрать. А если она у меня таблеточка, это эндопаразит. Эндопаразит меня атакует. Давай быстрее в атмосферу. Ну, короче, в любом случае мы распилили корабль. Мы нашли ядро, это уже очень-очень клево. Так, где наша база, скажи-ка мне? База огонь. База не огонь есть. Вот Страйкс, 12 километров. Блин, опять неправильное название. Ребят, насчет названия, я в курсе. Я его уже исправлял. Почему-то у нас старая метка, это именно метка, не название базы. Название базы у нас правильное прописано. Это метка. Может ее просто удалить нахрен? Почему-то метку я переименовывал, она все равно опять старая. Так, ну. Погнали. Немножко поддерживай себе баланс. О, еще что-то! Голод! Голод, 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 не тетка, голод, голод. Так, взлетай! Короче, нам надо срочно это самое, к врачу записаться, иначе пипец, мы сдохнем. 10 километров надо еще прожить как-то прожить, тут еще и фризит. Ну, короче говоря, нам надо срочно таблетку. Я не знаю, есть ли у меня таблетка, но сдохнуть возле дома это гораздо приятнее, чем сдохнуть в космосе. В любом случае, мы нашли этот самый ядро. Я не знаю, это читерная болезнь, вот это вот. Да какое, отвали. Не, ну ты прикалываешься. А чё так фризит? Алло, а чё это? А, это у меня плывёт всё перед глазами. Так, все скину, если что. О, это... Страйк сдох прям на корабле. Ну, короче, читерным образом нас противник победил, потому что, ну, через стенку плюнуть и заразить какими-то паразитами, я не знаю. Поэтому так было неправильно. Текущее местоположение. Давай мне быстро. Где мой кораблик? Хорошо, что со смертью все... проходит. Смерть лечит любую болезнь, ребят. Но использовать в реальной жизни не советую. Вот так. Где наш кораблик? Да ладно, 8 километров. Вы издеваетесь, что ли? А, это база 8 километров. А что-то я смотрю, думаю. Далеко закинула. Ну, короче, поесть-то можно. Сейчас посмотрим, сколько нам осталось. Ну тот корабль, опять же, он какой-то, он наш. Так, тут у нас
А, я, получается, усиленную не забрал. Ну, норм. Все, погнали, сейчас восстановим все, что нужно. Все, что нужно. Усиленный пистолет наш. Штурмовая винтовка. Мое. Усиленный дробовик мое. Бомбочки. Импульсная винтовка. К2-шка. Все, остальное мы все везем домой. Ну вот такой вот у нас улов, но мы неплохо подразбираем. В любом случае, все это наше теперь. Все это наше, полетели домой. А в следующей серии, скорее всего, пойдем завоевывать дальше базу Агонюнту, которая летающая. Потому что там тоже остались враги, и плюс там остались всякие вкусности. Поэтому, так как на корабле, ну кроме гравитационно вот этого вот я не снял, я не думаю, что там особо много чего осталось полезного. По чертежу нам осталось вот здесь прям вообще клочок сатия и, ну, 900 не один, но это придется искать, поэтому полетим в следующей серии. Сейчас как раз мы заправимся едой, водой, патронами, если нужно. Хотя на той базе патронов миллион. Вот, там роботы, там всякие эти прикольные звуки. Я думаю, что там будет весело. И все, как только строим корабль, нам останется... А, кстати, еще на той базе, возможно, так как это база вражеская, будут всякие разные плюшки. Типа турелей, и это будет очень клево, потому что нам не надо будет турель создавать. Потому что, сделая корабль, у нас он будет без турелей. А без турелей корабль, ну, он такой себе. Плюс патроны к нему надо. По-любому, даже если мы построим корабль, нам надо будет какое-то время его домодернизировать и нацепить пару турелей. Иначе нас просто разорвут в космосе. И желательно еще бы нацепить на его добывающие вот эти штуки. Кстати, у нас уровень как? Так, это мое, это я поем. 22-й, по-моему, я тут все, да, все у нас тут вкачано, тут осталось, ну, как раз уровень там покачаем. То есть та база нам даст уровень, даст возможные плюшки для корабля, ну и плюс возможность достроить корабль. Тогда будет все весело. Ну, я думаю, дальше продолжим в следующей серии. Я лечу к себе на базу, заправляюсь, и как заправлюсь, встретимся в следующей серии и полетим как раз, а может быть, даже долечу уже до базы и начнем с вами. Так что все, приходите на следующую серию, всех жду, пока-пока.